Дорогие друзья, чтобы пригласить вас участвовать в лотерее, я одела свою самую любимую шляпу с клевером. Видите? Специально постаралась для вас. Итак, я хочу вручить подарки. И я знаю, что многие из вас хотят их получить. Ура, лотерея! Регистрация. Вы регистрируетесь, пишите мне в личку, либо на номер телефона. Пишите мне в личку, регистрируетесь, покупаете билет за символическую плату и участвуете в розыгрыше чистиков. Всего 20 человек 11 числа ноября. В 18:00 мы будем разыгрывать подарок. И у меня уже есть желающие на получение чистика для снятия макияжа, либо чистика для посуды. Чистик для посуды, либо снятие макияжа, и какой чистик он получит, либо снятие макияжа, либо чистик для посуды, решит победитель. Итак, участвуйте, пишите мне в личку, регистрируйтесь, покупайте билетик, и вуаля! И уже через неделю, 11 числа, обязательно нужно посмотреть прямой эфир и увидеть, кто у нас победил. А вдруг этот победитель будете вы. Итак, я вас жду. Я жду ваше участие. Пишите мне, регистрируйтесь. И как вам моя шляпа? А вы обратили внимание, что это листик клевера? Он мне так нравится. Здорово. Я вас жду. Хорошего вам, зажигающего, веселого вечера.